управлению страной за улучшение хозяйства, честных, преданных советской власти беспартийных работников. Для советской власти необходимы честные и преданные беспартийные работники, по партийных одних недостатков. Беспартийных работников и крестьян здесь очень и очень много таких, которые отличаются честностью и способностью вести дело управления, дело хозяйства. Например, наладить специальные предприятия, наладить кооперативе правильное распределение продуктов, улучшить дело со столовыми, с жилищами, с детским питанием и так далее и тому подобное. В каждой губернии есть тысячи спортивных работников крестьян, не представленных еще к делу управления, к делу восстановления народного хозяйства. Прямой долг партийных и советских работников находить таких людей, выдвигать их вперед, давать им работу, испытывать их способность, давать им развернуться и показать себя. Нам не страшна, а напротив необходима и желательна помощь партийных работников и крестьян. Надо остерегаться только меньшевиков и социалистов и революционеров, которые любят теперь называть себя беспартийными, а на деле вести свою предательскую работу на пользу белогвардейских помещиков. Недаром все белогвардейские помещики просили помогать гражданскому населению. Вот таких вязаных беспартийных надо разоблачать и арестовывать. А честных беспартийных рабочих и крестьян надо тщательно и всемерно привлекать к работе.